ну нормально, взял плечом, толкнул вообще. Сейчас тебе я скажу. Вот конь, который не валялся. Где он тот? Где конь? Конь валяется. Добрый вечер, леди и джентльмены. В этот наконец-то теплый летний день мы рады вас приветствовать здесь. На Старом Арбате во многом начиналась история нашей группы. Были, конечно, эпизоды, которые, несомненно, происходили не здесь, но здесь происходило много, и мы сегодня решили вспомнить о тех чудесных по-своему временах. Первая песня звучит примерно следующим образом. Люди проходят, то дико чё-то кинули, чё-то пятак вроде. Бег играю уже около часа, только без мазы, толку ни разу никакого нету, все ждут монеты. Нафига я из своего где-то в центр ехал, думал заработать дэху, а тут делать нехуй. Если бы дэху у меня была бы или мэрс, было бы круто стать шкурой, круче намного, чем без. Сейчас пинг, кто отдалит ногу мужик, то тётка разозлит. А если ты убит, то вообще спускаться не стоит, там даже самый лучший настрой накроется. Твое дело в машине, рассекай по трассе, удивляясь, насколько мир за лобовым стеклом прекрасен. Нога на газе, все, кто в салоне сидит в экстазе, после пары на пассах, короче, ты понял фразы. Мерен, нужен мне, я уверен, ну не мне, так мне, по крайней мере. Мерен, нужен мне, я уверен, ну не мерен, так мне, по крайней мере. Вот и второй час на исходе, я в том же переходе. Тёлки рядом ходят, как модели по подиуму. Неужто ни на что мы рэп под гитару не годен? Девочки, прости мелочи, пожалуйста, отвали, свободен. А если б я так один подруги подъехал на бэхе, уже сидела бы внутри, вот была бы потеха. Добрый день, товарищ мент, сейчас один момент. Вот у меня тут стояло, вот меня уже тут нет. Не попёр сегодня бизнес, домой поеду по дороге. К девушке своей заеду по обеду. Так, сколько мне там набросали, очень мило. Какой там мерен, даже на бензин бы не хватило. Нет, ещё это... Спорту мне всю малину, все почему? Потому что нету, блин, машины, ничего. Завтра пойду играть в другое место. Там мне пожертвуют лавэра, транспортное средство. Мерен, нужен мне, я уверен. Ну не мерен, так будет, по крайней мере. Мерен, нужен мне, я уверен. Ну не мерен, так будет, по крайней мере. Еду на эскалаторе, стою справа какого-то парня. Случайно, по башке грифом гитарным. Слышь, ты чё? Прости, я не хотел, сказал, я поправил чехол. С эскалатора сошел потом. Стемная кошелка в футболке киш. Подошла ко мне, спросила, мелочи не одолжишь? Одолжу, конечно, я отдал бы тебе весь бумажник. Если бы ты только была настолько страшной. Вот я на подходе к дому, вижу, у подъезда отражает солнечный блик, и чей-то конь железный. Вижу, выходит моя тёлка, с ней какой-то крендель даус. Я и не думал о подобном хэппи-энде. Он открывает дверь, она садится в тачку, ясно. Ебе, до свидания, жрачка! Я парку стоял, бичку провожая взглядом. Теперь я знаю еще лучше, что мне от жизни надо. Мерен, нужен мне, я уверен. Ну не мерен, так думаю, по крайней мере. Мерен, нужен мне, я уверен. Ну не мерен, так думаю, по крайней мере. Seconds away. Нет, бега не спички. Это совпадение. Stay. Seven seconds away. Нет, привет, я не спички. Это совпадение.
Саша, если честно, боковым зрением в какой-то момент захватил происходящее и подумал, что когда-то успел надеть другую куртку. Я такая же. Супер. Дорогие друзья. Это кислый, например. Следующую композицию мы хотели бы посвятить всем жильцам этого прекрасного дома. Кто-то выражает внизу свою гражданскую позицию. Я думал, их всех убрали с Арбата. А тут вышел какой-то парень и устроил дешевый театр. Зеленый театр? Нет, я такое не слышал. Пожалуйста, попросите его сделать потише. Приезжайте срочно, желательно все подвиги сразу. И прекратите ему ужасные рассказы. Я больше не могу это слушать, у меня взрывается голова. Я, если честно, думал, что я переехал в город Москва. И купил эту квартиру не просто так, и все будет спокойно. О боже мой, ведите себя достойно. И, пожалуйста, наконец-то докажите этим ребятам, что выступать у меня под окнами ни в коем случае не надо. Приезжайте срочно сюда, на площадь Старого Арбата. Быстрее, пожалуйста, ребята. К сожалению, разговор прерван. И если вы хотите, чтобы вам не трепали нервы, придется выйти сюда наконец-то с топором и нас разогнать. Сделайте это прямо сейчас, на 5. Эта задача должна быть выполнена, на 5 с плюсом. Прямо сейчас нужно убрать из потока всю тушу. Прямо сейчас, дорогие друзья, без промедления. Тем временем продолжается наше выступление. Людей все больше становятся, они потихоньку подходят, ловят внимательно все наши мелодии. Ну, правда, мелодии не наши, но об этом станет ясно попозже. Конечно, с такими музыкантами надо построже, но эта строгость продемонстрирована будет позднее, а пока мы доносим свою идею до тех, кто не уехал все-таки в субботу в Икею. Наверное, это было лайк. Пути болятся в Нью-Йорке, в Москве, Париже, Нью-Йорке. Наверное, это был лайк. Наверное, это мой рай. Просыпаться с похмелья, в Москве страна обеселье. Если вдруг не забили снова в Москве России, наверное, это мой рай. Дорогие друзья, я вижу, вы все в трансляции. Но не надо так сильно стараться, я тоже снимаю это все, хоть телефон нет в руках. Это делает тот парень, которого хранит Аллах. Наблюдая за его бородой сверху, вы ставите ему лайк. Пожалуйста, я надеюсь, сейчас мой лайф вы станете воспринимать не сквозь призму телефонов, а наконец-то поймете, что как жильцы этого дома вы тоже можете смотреть на нас, и даже не из окон. Я понимаю, что это довольно жестоко, и через пиксели реальность кажется милее и роднее. Но тем не менее, у меня есть парочка идей, как лучше провести этот вечер, пока наш диджей битбоксит еще один скретчер. Но не может быть и речи о том, чтобы он не продолжил в совершенно другом стиле. Итак, припев, я знаю, давно не просили. Нас вообще ни о чем не просят, мы все делаем сами. И я надеюсь, мы сдадим сейчас на 5 этот экзамен. Сейчас будет урок по вокалу. Да, я слышу, как ты пел, и твое время снова настало. Практически сейчас, но через минутку. Итак, дорогие друзья, сейчас на грудку надо немного принять для веселья, потому что я смотрю иначе, вы просто страдаете весельем. Тут стоите и не весело вам нифига. Итак, потихоньку близится куплета последняя строка. Значит, настает, пацан, твое время. Ты готов? Ой, не всех, кто в тебе. Это мой рай. Спасибо, лясо, Нью-Йорке. Спасибо, Париже, Нью-Йорке. Наверное, это мой рай. Наверное, это мой рай. Посмотрим, как мы едем, Москве страдает веселье. Если тот не забили, слава по всей России, наверное, это мой ад. Уважаемый Андрей, во-первых, гитара расстроилась, это раз. Во-вторых, я вспомнил, что я рэпер. Супер. Маленькое объявление для всех, кто собрался вызывать полицию. Срочно вызывайте, пожалуйста, побыстрее.
До них сложно дозвониться, они очень заняты, но тем не менее у вас получится. Не оставляйте попыток, делайте все возможное, чтобы спасти ситуацию. Они в курсе, да? Сейчас, сейчас, извините, у него звонок, я помолчу. Итак, следующая композиция посвящается всем хейтерам, которые думали, что мы слились, но мы не слились, да? Ясно, точно. Эй! Круто! Давай еще круче! Эй! Мы искали силе Россию, когда вы пешком под стол еще низко фиксили. Если бы я набивал каждый город, то был бы весь оттатух уже синий. Осталось не так много точек на карте, куда мы булавки еще не вонзили. Куда нас еще не возили, но мы еще выступим даже в Бразилии. Вот эти консилиумы. Мою карьеру коронит, уже лет так бесит. Ну а по жизни здесь, и дела идут в гору. Неужели так бесит? И все было гладко, но после падения любого я снова на взлет. И мой карабан продолжает свой путь, не волая 700 секунды. Кто-то каменит в контактике, кто-то мучит глупую клоунаду. А у меня есть какая-то тактика, я приплыву этот бассейн как надо. По графику сначала Прибалтика, потом USA и Канада. На репетициях тоже партии, за азартом бассейн мандаты. В Германии война, снова только не на работу. Со мной. Я вспомнил вашу пароль.
Нужно тысячи символов в моей скорсе. Прочитать их все, знай. Пиши там именами хакеров. Прожищи на матрицу почти словно на подводном моста. Еще чуть-чуть, чем можно уже нажать на это. И там загадочно горит по сторонам отпечаток. Это наивно, но я обожаю моменты, когда но перепутать становится в нужном порядке. Вызываем из толпы следующего персонажа. Разъяренный мент уже был. Сейчас мы ожидаем раздосадованного киномана. Поехали. Лишь на кухню, но вода здесь горька. Ты не можешь здесь спать, не можешь здесь жить. Ты хотел быть один, это быстро прошло. Ты хотел быть один, но не смог быть один. Твоя ножа легка, но не имеет рука. И ты встречаешь рассвет за любовь дурака. Идем, стремишься быстрее уйти. Телефонный звонок, как команда вперед. Ты уходишь туда, куда не хочешь идти. Ты идешь туда, но тебя там никто не ждет. Доброе утро, последний герой. Доброе утро, тебе не так никогда. Доброе утро. Слишком стар, что
чтобы умирать молодым. Восприятие закрыто на карантин. Слишком прав, чтобы выслушивать чьи-то речи. Все мозги только для того, чтобы сжечь их. Ты последний живой среди руин юности. Ты лежишь по случайности, верящий в глупости. Чудом проспавший эвакуацию. Куда теперь тебе идти и за что сражаться? И остальные бойцы твоего отряда, с кем воюют сейчас и на каких фронтах? Они давно уже в тылу перебирают награды. Перед парадом решают, каких выйти ордена. Ты не такой, ты не предал идею. Более телена в апотеке звенят трофеи. По дороге из круглосуточного домой. Доброе утро, последний герой! На репетиции мы внезапно обнаружили, что у нас уже была песня про последнего героя. Про единственного героя, который выжил в невероятной потасовке. И сейчас мы исполним эту композицию. Еще одну песню про последнего героя, которая называется «Капитан Америка не берет трубу». Можно только чудом. Вспомни чудовища, орудуют чудо. Марка чужого в Кремле отложила яйца. Осталось всего полмиллиарда китайцев. Деньги пищат, деньги пищат. Под ногами ты подряд, черепа трещат. Это арфа, не как страны прощат. И затем бегом удать вещать. Беспомощна полиция и войска. И веселая развязка уже близка. Тихон поссал на землю с вершины во спаситель. Алло, капитан, спаситель! И убийцы! Все очень плохо. Еще 5 минут, и наши пройдут. Кругом беспредел, без шума тока. А капитан Америка не берет трубу. Супермена не забрать по кусочкам. Горит у обочины, блядь, мобили раскрочены. Продолжаются кипи шашки. Люди их снижат в могиле каской. Мать природа, тетя с юмаком. Мультимутанты, вызов на дому человека. Супергерои, нифига не супер. Планете мужик, мужик, а не жадный крюмер. Жертва на жертве, друг на трупе. Абонент по-прежнему недоступен. Миру пиздец, все очень много. Еще 5 минут, и наши проебут. Проснулся в огромной постели, в окружении кучи голых фотомоделей. Голова скидка гудела с похмелья, да, это было молчалый конец недели. Топовые бутылки открылись, ротантики серебристые, отрежина крепистых шагов, приглушенные выстрелы, телефон надрывается листово. Это дело по слушанию героя. Thank you.
это флешбэк. Я вновь осознал эту истину. Она уже сегодня посещала меня. Я же рэпер, вот, а я о ней. Следующая композиция посвящается вечно враждующим бандам Лос-Анджелеса. Стэнли запишет хит! Блац и Крипс. Песня эта называется «Стэнли запишет хит». Песня об американской мечте. Об афроамериканской мечте. Итак, поехали. Черный головорез из банды Крипс. Глаза его вечно красным. Читается ясно, жизнь это боль и риск. У Стэнли берета под курткой. У Стэнли показники по АК. На Стэнли завалит очередного придурка. Это как затушить урока зима. На носу без Стэнли плохо горит серьез. Он пишет песни, пучит топовых треков звезд. Стэнли видел море крови и реку слез. Он сидит как-то раз по горле, человек и снес. Да, где-то ты еще ребенком выбираешь ложь. И сюда, потом ты умираешь, бро. Лайк и шубы, а красный Петер или сол. Но Стэнли доберется, прям с рэпи там и сол. Стэнли запишет хит. Стэнли поедет в тур. Стэнли снимется в клипе, где будет дождь, ведь и скульптур. Стэнли станет звездой. Стэнли купит шикарный дом. Стэнли продаст айфон. Будет платиновым тиражом. Джонни опасный гангстер. Черный головорез из банды Блайнд. В глазах его вечно красным. Читается ясно, жизнь это кровавый фарс. У Джонни есть пара УЗИ. Плюсом 16 и апрель. Джонни не любит, так кайфа грузит. Дипломатия, ноу, насилие есть. У Джонни быстрый гол и большая цель. Шрама голды на лице, крутой микстейк. Джонни мутит мощный рэп и толкает трек. Увидел все моряконы, что с десятых лет. Джонни тормозит свой джип под красный свет. Рядом с Стэнли тормозит свой кабриолет. Джонни ненавидит Крипс, как матрос и крыс. Стэнли не выпускает чист. Стэнли не запишет хит. Стэнли не поедет в тур. Стэнли не поедет в тур. Стэнли не снится в тебе, где будет дождь и тихий скуплю. А Джонни станет звездой. Джонни купит шикарный дом. Джонни продаст айфон. Мультиплатиновый тиражом. Церковь органы, крающий госком. Слезы по щекам, тающий воском. Мама сама готова лечь туда, где труп гангстера. Сухая речь, привычный труд. Пастора, хора, голоса, потолку глаза. Мы палим, будем снова тумить на небеса. У нас не будет весь контроль, как со страдаж. Для таких нам запрос, не стандартный прайс. Я на бешеную душа, стоя с гробом рядом. Прихожа на будет суровым взглядом. Но бандит кореша, мама с большим братом. А та шиги не пришла, чем-то с элитатом. Со своим новым выплатом. Постель носит мохи, дарит песни. Стэнли все это путеру, если честно. Стэнли все уже путеру, а не от песни. Зеленый мой любимый цвет. После того, как я выложил видос с песней R&B, живьем исполненной на телеканале «Дождь», a lot of people ask me fucking stupid questions. Как я восстанавливаю голос после таких выступлений? Вот так. Эту штучку я купил в Эстонии. Это смесь облепихи и календулы. Божественный нектар. Только он спасает меня от тяжелой судьбы престарелых хэви-метал звезд. Иордан. Летают по спорту.
Слова свои штатные, то нам так обвин читают бумажки. Не надо, то вышки бойца мне откроются неудобные ссылки. Копейки бойца, спешащего к маме домой, коробки без цинка. Шутника директор добавил в рынок. Шки считают, но ледники растают. Ледники растают, ледники растают. Восполнится и одна. О, все помирятся с шалома. Для окружающих опасно. Дело в том, что я подхватил ужасающий насморк, и у меня сопли скоро будут висеть до пупа. Вот посмотрите, как расступается в ужасе толпа. Валер, не уходи, пожалуйста, у тебя есть салфетки? Нет, реально, пожалуйста, это серьезно. Детки, пожалуйста, не грустите, сейчас будет небольшой перерывчик, потому что Валерка выполняет всегда на отлично поставленную задачу, и сейчас он справится с ней на ура. Я понимаю, что уже не взрослые, и детвора немного устали от нашего концерта, и каждый был бы рад, если бы наконец закончили этот гребаный хит-парад. Финальным первым местом мы разошлись по домам. Но нет, мы еще немножко поиграем сегодня вам, но не сразу, а после паузы рекламы небольшой. Что, вы со мной или не со мной орете? Итак, сейчас прозвучит песня под названием «Вселенная бесконечна».
вселенная бесконечная. Видимо, значит, есть куча боли нашей планеты. Где-то сейчас происходят те же события, более меня пишут кодные песни. Вселенная бесконечная, и правда, но прямо следует из этого факта. Что ты точно так же ждешь, когда я вернусь обратно. Где-то там, где далекие галактики. То есть не ты, конечно, а твои копии. Меня, мои копии, конечно. Если, конечно, все, я верну копии. Вселенная бесконечная. Серьезнее впариться в ситуацию, то помимо миров, повторенных полностью, есть и такие, что будут чем-то отличаться. Получается, что где-то на заборных созвездиях есть такие версии нашего мира, где мы с тобой лично не жили вместе. Либо изначально прошли друг друга мимо, но мы поможем им даже счастливы. То есть опять же не мы, а они счастье. Эти варианты могут быть самыми разными, но они не хотят даже было счастья. Он одинокий ребенок, боже, мы все мы, все в магазине. Я сидит полок, убивающий меня, понимая, что взрослым не нужен. Он забрал уже пищи, как стул тарафразный. Он распечатал все фото. Он все еще ищет, читает на пазла. Он все еще ходит по кругу. Удачный расклад и безвистие счастье, которое нам осталось. Как все случилось, не вопреки всему, а как надо, так как никогда не случалось. Мы попадем туда после смерти, может быть. Если будем добрыми и хорошими, если играть, то что надо с тобой прожу. Да не нас кучу дорожен, пока синий прожу. Но я надеюсь, это позже случится гораздо. Я туда совершенно не тороплюсь. Как бы круто там ни было, мне одно ясно. Еще сильнее я тебя все равно не влюблю. Брошенный всеми, узлом магазин перегружен. Пройдя среди порох, убивающий время, понимая, что взрослым не нужен. Он собрал уже пищу, как сута фразы. Он распечатал все фото. Но он все еще ищет, читает на пазлах. Он все еще ходит по кругу. Во-первых, всем огромное спасибо, что собрались сегодня здесь. Да, почаще будем. Вот буквально совсем скоро давайте соберемся так еще раз. У нас 14 июля концерт «Зеленый театр». Супер, этот парень всем расскажет, если что. Приходите, он все помнит хорошо. Итак, 14 июля «Зеленый театр», сногсшибательный концерт. Тоже, кстати, на это шоу у нас вдохновил опыт уличных выступлений. И там мы представим, в принципе, во многом похожую атмосферу, но гораздо более убойное качество. А еще барабанщик приедет. Будет вау вообще.
Из Орла, с пивником. Итак, следующая песня, она посвящается всем злым, впечатлительным людям. Привет. Да, это она. Любым советом следом вполне укоснительно. Он от этого и умер, вообще-то, видимо, по совету из ютубовского видео. Написал тот человек в завещании, чтоб на повторе от начала до окончания этот трек играл на похоронной церемонии. И чтоб гости присяют, все не помолились, все фигуры, что силы не их замодели. Послушай мой совет в формате МВД. Не жди, когда сознаешься с горелым. Жаль, что твои родители не ушатны. Послушай мой совет по мате МВД. Не жди, когда сознаешься с горелым. Жаль, что твои родители не ушатны. Гори в аду, в аду. Сатана напевает эту песню, душу пока жена ему готовит на кухне кушать. Она знает, чем порадовать, а ужин мужа не достает из паразитки твою свою душу. Пока в раковине не тает кровавый лед, он шапучник с сайтом все заблаберет. И на улице здесь от огонь на пыль с закрытыми глазами, то поет, то свистит, то залечит, то бакайская птичка. Отличит, адски величит, настроение просто отлично. Мелодично журчит водичка, на кухне стучит молоток, сука, ты на кухне живит сковородку. И пахнет вкусно, как готова работа, не дай искусство. Послушай мой совет в формате МВД. Не жди, пока состаришься с горелым. Жаль, что твои родители не жалки. Гори в аду, в аду гори. Послушай мой совет в формате МВД. Не жди, пока состаришься с горелым. Жаль, что твои родители не жалки. Пионер, всякого посмотрел, видит, располнял. Полотенце снес кучкам на стене. Вычел половую тело, халат надел. Сел за стол, налил для аппетита сто. Из большой бутылки с перевернутой крестом. От аромата улучшит желудок пустой. А ты такой кричишь, пусть грибы стой. Дождь, рот такой, юбка не такая. Не такой уже покой, не надо брать. Сатане не впервые слушать эту срань. Из руки клетки на стол, льется через край. Прямо в лоб, вот и все, выпьет, отлетит. Он получит по просьбе тот же мотив. Сейчас они под дыбом, поживай нормально. А правится один, ты садил в спальню. Послушай мой совет в формате МВД. Не жди, пока состаришься с горелым. Жаль, что твои родители не чайлды. Гори в аду, в аду гори. Послушай мой совет в формате МВД. Не жди, пока состаришься с горелым. Жаль, что твои родители не чайлды. Гори в аду, в аду гори. Такие тихие, прикольно. Снова тихие, да, что-то. Не надо больше говорить, все оглохнем здесь. Нойз МС! Нойз МС! Нойз МС! Нойз МС!
Круто. А что ж это такое? А там стоит какой-то мальчик, а с ним еще какой-то мальчик, и сзади мальчик еще один. И они делают эту громкую ужасную музыку, блин. Ну что, может позвоним еще раз туда, куда уже звонили? Нет, там ответили, что они предприняли максимум усилий. И это типа нифига, все равно не помогло. Так что смирись, потому что это неизбежное зло, которое пришло прямо к тебе под окно. Слушай внимательно, мы посвящаем этот фристайл тому мероприятию, которое, к счастью, произойдет далеко отсюда. Там мы выйдем на сцену и сотворим нереальное чудо. Хотя чудо реальным бывает лишь иногда. Но речь не об этом сейчас, дамы и господа. Там выступит суперзвезда с мега-бородой и невероятно мощным басом. Каждая его партия будет до жути прекрасна. Он даст такого там мяса. Где там? В зеленом театре. Он выйдет туда, он как Падре. Оглядит аудиторию и толкнет невероятную речь. Его, конечно, сразу поддержит что? Диджейский Стрэндж. А диджей Стаффан, на который будет сзади прикрывать оборону. Я надеюсь, что сейчас все сторонние развитым человеком вам предстанет Максим. Он сыграет так, что просто неотразим. Он будет в ваших глазах, и он делает так. Какой классный аккорд, чувак! Никогда не слышал такой мужики божественный просто. Замечательно. Мы родом не из 90-х. Мы родились в 80-х. И нам там остаться надо. Но мы по-прежнему надеемся, что в зеленый театр придет хотя бы один человек. Это будет кто-то из вас или нет? Большое спасибо. А теперь вот тот самый припев еще раз исполнить вы не могли бы? Вот этот, который на повторе вы постоянно орали. Сейчас мы споем песню о том светлом будущем, которое обязательно наступит. Светлое будущее никогда еще не было настолько не за горами. Да, 14 июля всего лишь подождать осталось. Yes, future! Отменяются все катаклизмы, все больные успешные спишутся, вымрут грязные микроорганизмы. Пришельцы накрадут их с целью экспансии, а чтоб забрать ядерные отходы, для безработных найдутся вакансии. В Питере будет классная погода, кто-то хороший у власти окажется, и все наладит лишь там, ребята, так как нам накажут, никто не отмажется. Все ожидания будут оправданы, никаких вооруженных конфликтов. В МВД одни для рисковые, на каждого квадратных метров с искусством. Все всерьез, никакого стила. Это не мест мой прогноз, не позвучит нереалистично. Кроме тебя, ты полный гидон. Но всем остальным все будет отлично. Миллионы правоохранных трибуны заполнят пространство японские skyway. Россия впереди планеты всей. No future, это не наша идея. Нам скоро 100 футболок повезет. Следующий ветер разгонит все черные тучи. Все черти, эти вам поможет, поможет. Yes, future, yes, yes, future. Yes, yes, future. Yes, future. Yes, yes, future. Слушаем мой прогноз,
человечества. Я в будущее смотрю с оптимизмом. РПЦ совладает с нечистью. Православный как сосуд сатанисты. Дьявол признает ошибки прошлого. Папа простит и вернет на небо. Место пустого, пошлого, ложного. Правда реальная, как рука на небо. Волшебник в голубом вертолете. Давно встречал и вот-вот прибудет. И будут для меня всего пару сотен. Скорее сюда всех, кто мечтал о чуде. Ты говоришь, это все невозможно. Нахуй ты, я тебя не спрашивал. Мне от вас, пессимистов, поздно. Всегда ты все лыча водящего вашего. Пачка евро за монету в 5 рублей. 100 баксов по грех на 15 копеек. Россия впереди планеты всей. Но фьючер это не наша идея. Нам скоро 100 пустого повезет. Свежий ветер разгонит все черные тучи. Все черти гордила походят в лучи. Есть фьючер, есть, есть фьючер. Yes, future. Yes, yes, future. Yes, future. Yes, yes, future. А скажите, пожалуйста, есть здесь такие, кто знает, как называется концерт, который пройдет 14 июля в Зеленом театре? Есть, наверное, и такие, кто знает, почему он так называется. Если нас будет на нем, это столица, тяжелые как пистоли, барабанят. Плюс сигарета, что ты не любишь меня, знаки солнца столичного берега. Мне особенно нечего он на 40 или на час рассчитан на зону. В 2003 году, когда лето в столице действительно было жарким, невыносимым, когда оно дымило торфом горящим под шатурой, в общем, было увлекательно и интересно. Сейчас еще более увлекательно и интересно, вот пытаешься не замерзнуть, проходя по улицам теплым летним вечерком. Но я надеюсь, что все изменится, как мы только что спели. Следующая песня – это «Лето в столице», да, совершенно верно. Поехали! Изнуренные лица, ночами не спится. От комариных укусов не скрыться. И сколько бы ты ни выпил воды, тебе все равно не напиться. В этой железобетонной пустыне так мало радужных красок. Нанятые опять домовая завеса, горят ордены и запасы. До отказа заполнены грязные пляжи, все ищут прохлады. Из-под горящего крана ни капли, нам мне и не надо. Продавщица снова разводит руками, однако нет холодного пива. Беру то, что есть, только не шок, ну да и ладно, терпимо. Кто-то на Ильце, кто-то в Анталии, а кто-то в Ницце. Все за границей, а мне остается лето в столице. Лето в столице. Медленно сходит на нет, лето в столице. Тяжелое, как пистолет, в кармане пара монет, мятый штанет. Плюс за что ты не любишь меня, жаркое солнце столичного лета. По разные стороны белой мишей. Газами выхлопа легкие мне забивая, ну хоть не дыши. В этой бутылке раньше был коник и джин, а теперь только дым. Я, наверное, умру молодым. В плеере медленно плавится пленка, любимые кассеты. Откуда температуры такие, средний полос это? Где же выгодные дожди, где же румынские грозы? Черту все больше лети у сводки, я не верю прогнозам. Где бы я ни был, ты не меня. Дыхание горячее этого города и сушняк. Я медленно тлею, как сигареты, табак. Летнее солнце, за что ты меня не любишь так? Лето в столице.
медленно сходит на нет лето в столице. Тяжелая, как пистолет, в кармане пара монет, 5000 таких, плюс сигарета, за что ты не любишь меня? Жаркое солнце столичного лета. Злые языки. Вань, у тебя вообще-то есть мозги? Ты думаешь, что ты вообще творишь? Ты не соображаешь, потому что очень скоро все, что есть, ты потеряешь. И вернешься обратно в переход, на улице снова будешь петь. Не делай то, что сделал, никогда не повторяй это впредь. Они говорили, и они были правы. И вот мы здесь, вопреки рекомендациям Минстава, милиции и Министерства юстиции. И вот мы здесь, приходит к нам жестокая полиция, пытается упрятать нас за решетку. Но мы свою свободку не отдадим никому ни за что, ни за деньги, ни за водку. Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы вы наконец-то поняли, что нам тяжело не по-детски. И это, знаете, не тяжелая, так сказать, судьба, когда ты поешь, поешь, и тебя не понимает толпа. Да, наверняка у вас там что-то завалялось в карманах. Замечательно, я смотрю, вы есть великие страны. Я тут и принесли невероятно крутую валюту. Замечательно. Это нормально, но пока еще не круто. Кто-то мог бы наверняка жечь покруче слюка. Я уже вижу, куда потихоньку тянется твоя рука. Ну, я понимаю, 5000, ты видишь там полтинник, евро. Не действуй мне на нервы, доставай быстро пятеру. Ты сама созналась. Ну ладно, не дашь пятеру? Какая жалость. Ну ладно, она обломалась, но вы-то сможете, ребята. Замечательно. Это практически то, что надо. Не хватает пары нулей, но тоже неплохая идея. Спасибо вам тоже за то, что не уехали сегодня в Икею. За то, что сегодня в субботу вы не в Ашане. Спасибо за то, что помогаете Ване. Да, я понимаю, этот жест немного странный с точки зрения участников списка Forbes. Но я же как Эннибул Форбс, такой же честный, такой же непримиримый металлист. Спасибо большое. Дорогие друзья, за аплодисменты и свист, за эти возгласы, за то, что... Сегодня будет наполнен невероятно вкусной едой. И все потому, что я сумел таки овладеть этой толпой. Максим, скажи, пожалуйста, а тебе тут ничего не кидают? Максим стоит, страдает и прозевает. На клавиши нажимает, пытается выдать замечательный риф. Но очень скоро к концу подойдет этот миф. Ну, поражите на клавиши немного. Ну, хотя бы чуть-чуть. Я знаю, у вас есть. Ну, пожалуйста, жадный такой не будь. Запусти свою руку в карман и что-нибудь там нащупай. Посмотри, как он стал тохнуть и щупай. Посмотри, как он страдает, он еле стоит. Замечательно, друзья. Максим Крамер тем знаменит, что ни слова не говоря, он может любого развести. Да, замечательно. Арбат — это тема, Арбат — это стиль. Спасибо вам огромное, ребята. И финальное, конечно, объявление сделать надо. Я уверен, кто-то все-таки умудрился прослушать про зеленый театр. 14 июля бар Горького, зеленый театр! Замечательно. Ну и теперь, так сказать, по данным из мероприятия, я бы хотел, чтобы вы все пошли и купили билетик. А мы отправляемся. Увидимся на лете. В столице. Спасибо, что сегодня мы это делали. Такое вряд ли повторится завтра, послезавтра или через год. Ну, то есть однажды это, конечно, снова произойдет, но наверняка не скоро. И вам невиданно повезло. Спасибо огромное за ваше бабло. Спасибо! Для вас играли музло Максим Крамер, Александр Кислинский, Диджей Стаффорд, Юрий Алексеев. Нам помогали все это подключать и настраивать Андрей Шенкевич, Роман Кравченко, наш концертный директор Валерий Юнусов, наш пиар-директор Елизавета Коровина, наш менеджер Лена Савельева, наш диджей-юрист Дима Пайкин. Также нам помогали люди, которые пожелали остаться неизвестными. Сами понимаете, рептилоиды, масоны, заговор. Вот. Им тоже большое спасибо. Крутой! Спасибо вам большое еще. Спасибо вам огромное. Увидимся с вами 14 июля в Зеленом театре. Всем пока. Спасибо за отличный летний вайб и непередаваемую атмосферу. Спасибо! 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 Спасибо!
короче.